вот и наше суперсредство для контроля гигиены в домашних условиях. Это индикатор зубного налета. Предположим, ваш ребенок говорит, что он идеально чистит зубы, ему не нужно помогать, он прекрасно с этим справляется. Хорошо. Во время вечерней чистки вы предлагаете прополоскать рот этим индикатором. Открываете в мерный колпачок, наливаете раствор, ребенок полощет рот, затем смываете все это водой и вместе смотрите, что получилось. Если зубы окрасились в розовый оттенок, это значит, что налет на зубах лежит 24 часа. Если есть более темные оттенки, синий, фиолетовый, это значит, что налет лежит уже больше суток. И это сигнал вам и ребенку, что эти участки регулярно не дочищаются и требуют особого внимания. Поэтому вы вместе с ребенком их тщательно вычищаете. Но важно помнить, что домашняя гигиена эффективна только в комплексе с профессиональной гигиеной полости рта и регулярными осмотрами у детского стоматолога. Поэтому ждем вас в клиниках Dental Fantasy.